Русский север – это важная и многогранная тема национального изобразительного искусства, смыслы и живописные открытия которой постоянно раскрываются в различных выставочных пространствах. Экспозиция работ Сергиева Посадского художника Михаила Пузырева «Этюды севера», открывшаяся 11 февраля в библиотеке имени Карловского, стала еще одним успешным проектом на эту тему. Выставка проходит в серии наших мероприятий «Наш вернисаж». То есть зал все время открывает разные выставки разных художников, но мы в первую очередь отдаем предпочтение нашим художникам, с которыми мы дружим. И в частности Михаила уговаривали на эту выставку. И вот полгода тому назад он дал согласие и готовился к ней. Причем его было мнение сделать тематическую выставку. Вот, на мой взгляд, картины просто необыкновенные, они завораживают, как-то ты углубляешься в них, видишь эти деревенские домики, видишь эти снега, видишь природу севера. Интерес к теме русского севера в живописи собрал в зале библиотеки коллег по художественному цеху, студентов Высшей школы народного искусства Сергиево-Посадского института игрушки, а также поклонников творчества Михаила Пузырева. Открытие выставки прошло в формате творческого вечера, где автор напрямую общался с собравшимися в зале. Я люблю, например, жить в 50-х годов. Мне нравится, когда плотно, нагружено, и все камерно, и, в общем, как-то из-под жить. Я вообще считаю, что хорошая живопись, она такая недловливая. Да? Вот она смотришь, и чем дальше смотришь, тем больше получаешь какой-то внутренний посыл идет. О теме севера в отечественном изобразительном искусстве говорили мастера-кисти, пришедшие поздравить коллегу. Тема севера, она возникла у художников довольно давно, в 60-е годы стали ездить. Но раньше это был прям такой поток, туда все кинулись, чтобы увидеть эту Русь, которая как бы уже тут она в наших этих в центральных областях она стала исчезать, а там она была нетронутой, и люди, и так это все и сохраняется. Я приехала из Дмитра со своими коллегами, официальным представителем от Союза художников нашего отделения, и увидев эту выставку, так все стало знакомо, когда-то тоже в юности по северу. Я хотела поздравить автора, просто такая она гармоничная получилась выставка. И соответствует вот этому, то, что он хотел показать, именно север, название, вот определенный пласт этого искусства, этого времени. Вот он удался. Неформальное, ставшее таким эмоциональным открытие выставки, взволновало и посетителей, и ее автора. Этот вечер, он такой, не знаю, у меня какое-то прям впечатление произвел, потому что люди так активно участвовали, задавали вопросы, говорили, свое мнение высказывали. Как-то мне прям все очень понравилось. Выставка – это всегда ответственная, и люди пришли, им интересно, и хочется всем ответить на все вопросы. Диалог, он всегда важен с людьми, тем более для художника, потому что он живет, он все-таки, все работы для чего пишутся, для людей. Я сама тоже, собственно, пыталась это рисовать, эту суровую погоду, вот именно с севера, но это было очень сложно, потому что там очень много, очень большое обилие красок, оно все очень переменчивое, оно очень быстро сменяется, то одна погода, то другая, ты просто не успеваешь схватить что-то, вот именно основное что-то взять и быстро-быстро это выложить. Это очень красиво, просто, прям очень красиво. В этот день звучали не только поздравления, но и пожелания автору. Чтобы было побольше выставок и чтобы было побольше времени ездить, именно писать этот север, эту красивую природу, и чтобы было больше зрителей, чтобы больше людей увидели эту красоту. Суровую красоту русского севера, представленную 22 работами Михаила Пузырева, можно увидеть на выставке «Этюды севера» в библиотеке имени Горловского до 11 марта по адресу город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 192/2. Контактный телефон 542-39-48. Елена Георгиева, Сергей Власов. День города.